Чемпионы меняют состав. Триумфатор высшей лиги А, волейбольный клуб «Динамо» из Соснового Бора расстался сразу с 6 игроками. Команду покинул Григорий Драгунов. За бело-голубых он отыграл 4 сезона. Поисками нового клуба займутся блокирующие Николай Бескровных, Илья Пархамчук и Александр Иванов. Доигровщик Никита Кухно по окончании срока аренды вернулся в петербургский «Автомобилист». За «Динамо» уже теперь в Суперлиге продолжит выступать лучший бомбардир прошедшего сезона Антон Ботин и Александр Ковалев. Остались в клубе связующий Денис Петров, диагональный Алексей Плужников, блокирующий Александр Ткачев, а также доигровщики Максим Пурин и Александр Петров. Областная команда впервые в своей истории пробилась в элиту российского волейбола. Путевку в Суперлигу сосновоборцы завоевали досрочно, за 2 тура до окончания чемпионата высшей лиги А.